Почему важно понять, что с родителями происходило, почему они стали вот такими, почему они так себя вели? Повторюсь, не для того, чтобы их оправдать и отмазать, а для того, чтобы понять, что со мной все окей. То есть родители так со мной себя вели не потому, что я плохая дочь или потому, что я плохой сын, а потому, что это у них были свои какие-то травмы психологические на эту тему. У них были свои убеждения и установки, которые они вынесли из того, как они жили, из того, как с ними обращались уже их родители. Когда приходит вот это понимание, происходит и прощение себя, приходит понимание себя, что дело не во мне, это не я плохая дочь или не я плохой сын, это не я вел себя как-то неправильно, а это у родителей была своя история, которая сделала их вот такими. И тогда происходит принятие и себя.